Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Блин, ну где эти пацаны уже? Мужики должны приехать были с минуты на минуту. Совсем скоро уже выезжать на работу. Нужны новые игроки. Так, а вот и они. Шеф! Да-да-да, здорово, братан. Я не понял, почему опаздываем? Мы должны уже были искать новых игроков. Совсем скоро работа начнется. Я уж думал, вы опоздаете. С нас бы 3 шкуры сняли. Да там пробки были. Приехали как смогли, да, Бабян? Ага. Так, вы мою форму взяли рабочую? Да, бери, вот здесь в багажнике. Ага, в багажнике, блин. Я, может, по пути переоденусь, а? Ну, давай по пути переоденемся. Так, у нас, короче, это, чё? Чё? В 2 часа надо быть на месте. Ну все, выезжаем тогда, нужны новые игроки, шефу, иначе он разозлится. Он и так, блин, знаете, что мне сказал? Чего? То, что мы сняли маски и узнали лица друг друга, нас парни чуть не расстреляли, мне пришлось договариваться. Ай, ё-моё, красавчик, братан. А ты думал, блин, парни, я за вас, блин, знаете, как переживаю. Ладно, все, сильно. По пути, парни, переоденемся, прыгайте в тачку, я за рулем. Все. Так я на твоей поеду тогда. Как это? Ну давай, ладно, Андрюха, едь тогда на моей, блин. Все, погнали. Давай, давай. Динеро. Не горцуй, Андрюха, не привлекай внимания. А ладно, ладно, хорошо. Прикольная у тебя тачка, Димон. Чипированная. 2 литра турбодизель. 55 сил. Оно и видно. Короче, Андрюха, вон первый дом, тормози у него. Ага, понял, принял. Так, здесь первые клиенты на нашу игру. Аккуратно выходите, мужики. Так, Бабян, ты будешь, если что, собирать вырубившихся людей, понял? Мы с Андрюхой идем вырубать. Готов, Андрюха? Да, никого не убиваем. Димон, кстати, а шеф знает то, что мы вот таким способом вербуем людей на игру? Нет, шеф не знает, ему не важно, ему самое главное принять участников, и все. Так, я стучусь, Андрюха. Давай стучись, братанчик. Стучусь, стучусь, стучусь. Хозяин, открывай, у вас там эта труба протекла. Вырываемся, Андрюха, по Давай, туши ему. Его. Хорошо. Так, у него еще жена должна быть, давай жену ищи. Так, Андрюха, жену, вот она, вырубай давай, его. Давай, давай, работай, работай. Все, Андрюха, нормально. Крепко какая. Фух. Так, Бабян. Да-да. Давай быстрее сюда. Так, давай, Бабян, собирай, собирай. Мы их вырубили. Слышь, Андрюха, давай сразу к следующему дому. Ага, работаем, работаем. Время, деньги. Так, давай, Андрюха, ты теперь стучись, слышишь? Я захожу, ты стучишься. Так, давай. Открывай, открывай. Все, врываемся, давай. Андрюха, врываемся. Опачки. Туда его. Хорошо. Нифига себе, так, у него, походу, больше никого не было. Бабян, давай подъезжай, пакуем уже 3-го. Еду, еду, мужики. Вроде один, да, здесь был. Так, Бабян, вот дом, куда поехал? Бабян, чё, вот сюда? Шо, давай быстрее сюда. Ага. Вот, забирай его, тащи в тачку. Так, Андрюх, погнали дальше, к следующему. Так, ага, давай. Ага, здесь нету, вот в этом, по-моему, доме, Андрюха, слышишь? Так, давай, теперь выламывай дверь, короче. Я просто врываюсь. Так, вот стоит один. Хорошо. Так, надо обыскать. Так, вроде здесь больше вот клиентов сюда, не Димон, было. Давай, а, еще? Это жена его! Фух, хорошо, Фух, Андрюха! Отличненько, так идем дальше. Это сколько мы уже игроков, Андрюха, сюда набрали? Неплохо, Бабян, 5. Сюда! Вы где, вы где? Вот, прямо едь, сюда, ага, вот здание. Бабян, прямо, прямо, прямо. Не дорабатываешь, Бобби? Штраф, что ли, тебе влепить, слышишь? Да не надо, мужики, блин. Собирай быстрее, в следующий дом пойдем все вместе, ждем Бобиса. Давай, Бабян, ну что там там? Я на разведку пока, парни. Так, там один стоит, вроде меня не видит. Так, мужики. Я готов врываться, вы как? Всё, все мужики, готовы? Положил. Подъезжай, Бабян, сюда. Угу. Все вместе заходим, последний дом и сразу сваливаем, слышишь? Да, давайте. Пока копы не пронюхали. Пока копы не пронюхали. Так, все, парни, врываемся. Давайте, давайте, да, мужики. По куполу. Опа, прямо у холодильника. Опа. О, здесь его жена, ну-ка. Отлично. Девчонка его. Ха-ха. Так, парни, давайте это, мужики, я побежал за машиной, вы пакуйте, встретимся на перекрестке. Ага. Давай, Бабян, запихивай. Фух, хорошенько поработали, вот это мы игроков на нашу игру набрали. Отлично, самое главное теперь добраться живыми до нашей базы, чтобы полиция не спалила. Фух, надеюсь, пацанчики там все сделали. Так, мужики, а блин, они да. уже уехали. Я за вами еду, за вами, погрузили всех? Да-да-да, погрузили. Так, где вы, парни? Ага. Под мостом. Все, под мостом, так, парни, сбор, тихо, давайте это. Сейчас обсудим план, выходите все из машины. Короче, едем. Как обычно, не привлекая внимания,
На камеры не обращаем внимания, на светофоры тоже, на красный едем, на зеленый едем, не останавливаясь, быстро до нашей базы, все поняли? Да, конечно. Все, погнали. По коням, мужики, все, поехали, нету права на ошибку, давай, Андрюха, я чуть за тобой поеду. Давай, давай, ё-моё, как тяжело едет, слушай, а чё мы в твою тачку не закинули никого, а? Чтобы ни подозрения не вызывать, там у вас ничего не видно, полный бункер, все нормально, парни, поехали. Так, давай поднимаемся в горочку. Держим безопасную дистанцию, Андрюха. Надеюсь, проскочим незамеченными. Да-да-да, тут ночь, никого не должно быть вообще. Ну, надеюсь. Так, аккуратно. Шеф, надеюсь, будет доволен нашим уловом. Ой, блин. Так, парни. Ё-моё, поворачивайте, слишком поздно. Какая-то облава. Ё-моё. Давай, выезжай первый. Так, парни, придется с боем прорываться, слышите? Подожди, может, попробуем договориться как-нибудь, а? Давай попробуем договориться, Андрюха. Так. Здравствуйте! Да ладно, Андрюха, гаси да их нафиг! Чё ж мы тут будем сейчас? Давай, давай, давай! Нету времени, Андрюха, договариваться, блин! Я сбитый вышел на них! Погнали, блин! А чё пистолет твой где? Да какой пистолет, Андрюха? Я же не стреляю никогда по гражданским! На нафиг! Я только так битый! Так это полицейский, ё-мо! Так, ладно, поднимай штагбаум! Так, давай, давай, давай! Я попробую сейчас машину его! Эй! Все, мужики, давай, путь расчистен, поехали. Отлично. Там один поехали, остался. Поехали. Мужики, надо добить. Все, хорошо, что, гоним, парни? Угу. Да, поехали. Все, быстрее на базу, нам еще на паром надо успеть, погнали. Ну что, мужики, шеф сказал, что хорошо заплатит, он доволен. О, отлично, когда шеф доволен-то хорошо. Ну что, Бабьян, там скоро закончится первая игра, трупов будет много, у тебя много работенки, придется тебе таскать трупы. Ну да, пойдемте. Так, давайте пойдем посмотрим, что там в итоге-то. Проследим, короче, что там происходит. Так точно. Слушайте, вон, уже стреляют там, слышите? Ага. Нифига себе! О, много трупов будет, мужики, походу, точно. Ха-ха-ха. Ну все, заходим. Ё-моё, мужики! Офигеть! А почему гварды мертвые? Почему мертвая охрана? Смотрите, мужики! Что это было, помимо игроков? Капец! Мертвая охрана! Как такое произошло? А в бой системе, что ли? Нифига себе! А что с ней случилось? Она стала какой-то страшной! Угу! Что делать? Тише едешь, дальше будешь! Раз, два! Стойте, парни! Кукла, походу, с ума сошла! Стоим, стоим, мужики, не двигаемся! Как такое возможно? Видать, сбой в системе или что? Датчики походу, движения? Блин, капец. Она как будто проклята какая-то стала! Поубивала мужики. Всех охранников! Чего? Ну нафиг! Я это не подписывался, уходим отсюда! Блин. Не двигайтесь, мужики! Бежи, бежи! Капец, мужики! Зачем? Бежи, Бобби, дай пройти! Ай! Ё-моё, черт возьми, где я? Что за фигня произошла у нас на играх? Это кукла! Черт возьми, она стала проклятой! Все в кровище, так, здесь игроки разбросаны. Что это, какое-то новое испытание? Это какое-то новое задание в игре или что? Так, это кто? Непонятно, надеюсь, это... Так, это точно не Андрюха и точно не Бобис. А! Сюда повернись! Фу, Бобян! Ё-моё, Диман, ты что ли? Это ты, да! Что тут происходит? Почему игроки разбросаны здесь? Что это за лабиринт, блин? Где Андрюха? Я не знаю, Диман, погнали искать Андрюху. Это чё, нас эта кукла отправила в этот лабиринт, что ли? Кстати, походу. Давай, парень! О, Андрюха, отставить! О. Что происходит? Объясни, докладывай! Да фиг его знает, его тут недалеко проснулся, смотрю, чел лежит. Я думал, живой может быть, а? Возможно, это какое-то новое испытание. Я не знаю, парни, но эта кукла, она сошла с ума, она стала словно проклятой. И мы находимся в лабиринте. Так, если найдете оружие, вооружайтесь. Сейчас будем предпринимать меры. Надо как-то найти выход из этого лабиринта. Ого себе. Вот это поворот. Так, ой, мужики, тихо-тихо, давай дальше. Она кого-то ест. Она там кого-то тихо, ела, тихо. Парни. Блин, это кукла. Так, хорошо, что она сзади осталась. Давай-давай, мужики. Мы должны выбраться. Ух, все в кровище, блин. Куда бежать-то? Так, парни, я даже не знаю, в какую сторону. А! Точно в лабиринт заплутился. Так, там еще. Давайте за мной. Еще одна! Сколько так. Здесь кукол, мужики? Так, уже три. И здесь! Парни, открывай огонь три, по куклам! Ай, меня закинуло! Мужики! Тише едешь, дальше будешь! Раз, два. Ну что?
что ж, ребятки, как вы уже догадались, сегодня мы будем выбираться из лабиринта, и преследовать нас будет опасная кукла из игры в кальмара. Если увидите проклятую, жуткую, страшную куклу из игры в кальмара в лабиринте, срочно бегите. Поэтому, друзья, сегодня мы будем бежать, и бежать быстро. Мы сотрудники игры в кальмара опасной корпорации, и нас поймала страшная кукла с первого задания. Нам нужно найти выход из загадочного лабиринта. Но на самом деле, друзья, также у нас есть порталы, которые нас могут привести либо на выход, ну а либо, друзья, в смертельную ловушку. Так что с порталами нужно быть аккуратнее, потому что некоторые порталы фейковые и ведут прямиком на смерть. Ну что, друзья, вот она, эта страшная опасная кукла. Смотрите, как она пристально глядит за нами. Не выпускает, друзья, нас из виду, потому что у нее датчики движения. И как только мы забежим в лабиринт, эта кукла активируется и начнет преследовать нас. Помимо вот этих кукол, которые стоят у нас на старте, огромное количество опасных монстров, кукол находится в самом лабиринте, поэтому, парни, выбраться будет крайне сложно. Ну что, Бобби, докладывай, какая тактика по выбираться из лабиринта? Ну, я считаю, бежать, сломя голову. Ага, хорошо, так, слушаю, треугольник, какая будет у нас тактика? Она же маленькая девочка-куколка, правильно? Это кукла-убийца! Может, мы ей сказку прочитаем какую-нибудь? Он знает сказку какую-нибудь интересную? Ну вот ты и читай, раз предложил. Так, Бобби, не забегай в лабиринт, иначе сейчас кукла активируется. Пусть Андрюха прочитает сказку. Так, шел медведь по лесу. Видит, машина горит. Взял ее и обошел. Во. Ну а сказка-то где? Ну вот, это кусок сказки. Я просто сказок не знаю, парни. Так, отставите. Ну все, тогда мне нравится план Бобиса больше всего. Ты предлагаешь бежать, Бобя. Погнали! Ну что, друзья, начинается наша лабиринтная суета. Если что, пишите в комментариях, как нам выбираться, друзья, из этого лабиринта. Болейте за нас в комментариях и, конечно, поддерживайте лайкосиками. Ну а мы выбегаем из лабиринта. Ищем выход и порта. А, что там? И порталы. Я испугался. Блин! Она вышла на меня. Блин! Тут тупик. Помогите, убивают! Капец, блин, мочат! Ай! Блин, мужики, давайте побежим быстрее от нее, капец, она страшная. Короче, да, друзья, нифига себе, у нас первый раунд завершился, фиаско! Это реально фиаско, братан! В натуре, братишки! Ну что, салам алейкум, братишки! Погнали, парни, давай! Мы же работники страшной корпорации, мы выберемся из всех передряг! Давайте, парни! О, портальчик, прыгать нет! Ну что, давай вместе! Раз! Два! Да, три! Три! Мужики! Мужики, тут выход! Скорее сюда! Слышь, Бобян, мне кажется, он врет, да? Он сзади! О, бежим! Да прыгайте скорее! Бобян, Бобян! Вытащи меня! Братан, вытащи! Дай руку! Спасибо! Давай, нифига, у тебя рука длинная, Бобби. Я сам в шоке. Все, погнали, погнали, А это нога была, кстати. А что, это нога была? Ай, блин. Давай назад, Бобян. Быстрее, быстрее, быстрее. Ай, ребята, блин, здесь вышка какая-то спасительная. Бобби умер, Андрюха, походу, умер в портале. Нет. Ты не умер? Ты выбрался? Я на выходе, да. Андрюха выбрался. Блин, мне надо вернуться, наверное, в тот портал. Хотя тут новый какой-то, я прыгаю. Прыгай туда. Она меня откинула в следующий портал. И прямиком на смерть. Здорово, здесь выход. А, так ты не выбрался. Слушайте, мужики. Что? Вы видите, у нее в груди дырка. Может, мы там что-нибудь вытащим из нее, а? И она сдохнет. Там сломается. Ничего не вытащить, потому что ей пофиг. Это же кукла. Блин, ладно, давайте бежать. В другую сторону теперь. Давайте. Ладно, парни, я, короче, нет. Я там бегал у той вышки, я ничего не нашел, ребят. Попробуем вот так. Сейчас в эту сторону побежать, и тут попробуем реально выкарабкаться из этой ловушки дьявола. Так, давай. Ловушки и Жокера. Так, вот сюда вот бегу. Так, ребят, сейчас посмотрим. Может, тут действительно будут где-то четкие выходы. А ну. Из всех этих лабиринтов. Четенький выход должен быть, ребят. Выход четенький. Давай сюда. Едет кукла, помогите. Парни, здесь еще одна. Бегите. Портал я вижу. Портал, что? Прыгай, выход. Выход? Блин, они мне заблокировали, Бобян, вход. Я не смогу. Блин. Она пинается. Тут тупик. Все, до свидания, парни. Короче, друзья, это реально обманщики со мной играют. То Андрюха наврал, что выбрался, то Бобян врет, что выбрался. Походу, ребят, в порталах вообще нет выходов. Ну, скорее всего, есть, но просто нужно найти четкий правильный портал. Либо реально, ребят, нужно найти выход. Да, Бобян, мы тебе не верим, блин. Ты врун, ты предатель. Ты бейте, лома. Так, ладно, короче, ребят, очередной раунд. Ну что, надеемся, вы верите в нас и в нашу победу. Погнали!
Вперед, победим, мы выберемся все, правильно, да, все, парни? Да, точно, да. Выберемся, давайте все за мной, мужики, я вас выведу к победе. Да, давай. Сдохли так. Сюда, парни, теперь, не сюда, назад. Куда? Блин! Надо обмануть ее! Надо обмануть ее! Это ловушки! Это ловушки! Это тоже ловушка! Фу, по кайфу, парни! Давай, все вместе! Все живы? Давай сюда! Да. Так, парни! Сюда! Смотрите, портал! Прыгайте вниз, кто-то! Проверьте! Ну-ка! Блин, парни! Заходите! Я проверил, тут хорошо! Блин, вот бы найти спасительный портал, да, мужики? Конечно, у вас каждый портал спасительный, а потом оказывается, что там ловушка, блин! Погнали, мужики! В бой! Вперед к победе! Мчатся пацаны на велосипеде, на мопеде. На своих двоих, вообще-то. Ну что, друзья, я думаю, это будет моя победа. Я сейчас... Я не могу запомнить, что тут тупик, парни, блин. Второй раз уже. Тупик это ты. О, тихо. Откинул нас, Парни, меня закинули наверх! Нифига! Дай мне руку, натуре! Так, мужики, сейчас я вам буду подсказывать, делаю! Как, руку дать? Да тут за мной армия гонится, помогите, кто-нибудь! Как вам помочь, парни, я не знаю, блин! Всё, я умер! Мужики, блин, как помочь? Я еще жив! Блин, тут эти прыгают, куклы! Портал! Походу, выход! Сейчас попробую, друзья! Все, погнал! Да ё-моё, ну куда ж ты, блин? Ну хоть ты лопни, блин. Так, давайте, мужики, разделимся, так будет больше шансов. Короче, блин, я давно вот сюда не бегал. Все, я погнал сюда. Ой, я погнали. С тобой. Давай, бабянчик, побежали. Я направо. Все, давайте, пацаны, на связи. Будем исследовать этот лабиринт, и может выберемся. Так, бабян, мы тут с тобой уже бежали, Дима, тут ловушка. Тихо, аккуратно, шо? Может, заберем на вышку и посмотрим, где здесь портал. Беги быстрее, бабян, беги быстрее, давай на вышку. Давай. Беги. Но я уже был, бабян, здесь, и знаешь, что хочу сказать? Чё, вот Дима, сюда, походу, лучше не прыгать, сюда не прыгай! Нафиг! Нафиг надо! Мы где? Так, Андрюха, мы по мосту бежим, за нами кукла проклятая гонится! Бабян! Ай, меня убивают, помогите! Она оторвалась, Андрюха, живи, блин! Я умер! Бежим, бабян, бежим быстрее! О, портал снизу какой-то, пойдем туда, посмотрим. Давай попробуем, бабян! Они все в центре, мужики, у вас есть шанс. Так, в этот, бабян, или в какой? Давай в этот, который дальше был! Или в этот! Ладно, давай в который... Я не знаю, в какой! Ладно, давай сюда, бабян! Короче, давай это, в какой? Там еще один, давай, быстрее, там эти, блин! Бабян! Бабян? Мы выбрались? Бабян, мы выбрались! Вот так вот! Вот так вот, друзья! Андрюха! Мы выбрались! Откуда без меня? Вот это Бобис подфартило, слышишь? Натуре, блин, капец! Все, кукла, давай отдыхай! Давай, кукла! Пока, Бобян! Ну что, поем кофейку выпьем? А давай! Ну все, ему капец, он без выхода! В общем, да, друзья, мы выбрались и превратились сами в проклятых этих кукол! Из игры в кальмара, и теперь будем мешать Андрюхе выбираться из этого лабиринта. Шо? Чё смеёшься? Может, да его, сейчас как дам, бабян, дай ему в голову. Давайте я вас танцую! Да ё-моё, за что, пацаны, мы же были друзьями, пацанами. Вот так вот. Ну что, друзья, давайте дадим Андрюхе небольшую фору. Слушайте, вы теперь девчонки, а я зато мужиком остался, что скажете? Жик, ты больше не мужик. Давай, у тебя есть 3 секунды, чтобы выбраться. Тебе небольшая фора. Раз. Девчонки, гоу забутим. 3. Куклы уже в пути. Тише едешь. Дальше будешь, Андрюха. Не убивайте. Так, ну что, друзья, все, Андрюха у нас спрятался в лабиринте, он пытается выбраться. Я убегаю. Ну а мы будем ему мешать. Бабян, за мной. Убежал. Бабян, за мной. Бабян, за мной. Нет. Преследуй его. Это тупик. Тупик. Не надо, я вас танцую, реально, не надо, не убивайте. Это тупик. Да не надо. Бабян, души его, гаси. Да хватит. Все, пока. Ну что, Андрюха, давай, мы тебе дадим 5 секунд, чтобы выбраться, точнее, форы. Раз. Спасибо, плюс 2 секунды. 3, 4, 5. Ну что, бабян, мы пойдем Андрюху сейчас искать. Да, погнали. Ну что, куколка, пойдем. Так он сюда побежал, бабян. Ты куда, блин? Не путай, бабян, берега. Надо Андрюху остановить. Вы меня не остановите, у вас не получится. Мы превратились сами, друзья, в страшных кукол. И это очень опасно. А почему опасно. Ты сюда побежал? А куда? Я не знаю, я не видел, бабян, куда ты он бил. Набежишь. Нет, я вообще наугад бегаю, Бобис. Я вообще без понятия, где он.
Блин, ну я ладно. Ничего не знаю, ничего не вижу. Так, Бабиан, он, да мне кажется... Где? Он нас троллит, что ли? Он на вышке, может, он наверное. Может, он уже выбрался? Не, да не на вышке. Так, так, погоди. Так, вроде не выбрался я, Бобис. Я чуть не понимаю, что происходит. Давай на вышку сами, Бабиан. Может, он в яме, посмотри? А не знаю, погоди. Не, в яме пусто, Бобис. Так, его там нет. Ну-ка, давай на вышечку, сейчас посмотрим с вышечки. Мне с вышки видно все, Андрюха, знай. А ты меня не увидишь, а маленький. Так, так, ну что, Бабиан, видишь? Странно, блин. Странно, блин. А чё вы там где? Мы уже на крыше дома. А вы мне подскажете, где выход, а? Так, так, тихо-тихо, Бабианчик, ищем. Ищем. Давай. Так, Бабиан, мне кажется, он нас троллит. Может, он уже выбрался? Да мне тоже так кажется. Не знаю. А вы где? Чё такое? Тихо-тихо, Бабиан. Чё, нашёл? Пойдём, слышишь? Пойдём за мной. Куда? Ой, нашёл выход, мужики. Сюда. Чё он врёт? Ой, он? Смотрите, а чё вы там прыгаете далеко? А где он, Бабиан? Если он выход нашёл, его тут нет. Я на башне. На ка... Чё? Он наврал! Так. Не понял. А чё вы там делаете, девчонки? А, так он на соседней башне, Бабиан, давай туда. Так это чё, не выход, что ли? Нет, выход там, где мы был. Ты не выбрался, ты. А, не убивайте, пожалуйста. А мы уже пришли к капец выходу ему. И думали, ты там. Нет, не надо. Ну что, Бабианчик, бежим? Бежим, бежим. Давай, давай, бежим, бежим. Не на максимальной убьете. Скорости. Бежим, бежим, где бежим. Он? Я не вижу его. Он с башни спустился. Снизу? Давай. Гаси его! Не убивай меня, я буду обороняться! Души этого саламолекуля! Харасю! 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 Больно! Харасю! И! Побегу! Туда его! Закинули! Ай. Закинули, у говорю! У тебя Бобис умер, у тебя друг умер! Закинули! Все, давай, отдыхай, малой! Ну что ж, ребятки, а вот такой вот замечательный ролик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Ссылочки на каналы Пэтсков ищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну, а также, друзья, пишите в комментариях, что нам еще такое интересно позаписывать. С вами сегодня были Оверфони и Бобби. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения, всего самого наилучшего. И пока-пока! Всем бай-бай, дорогие друзья! Да, чуваки!